вот я стою на загрузке, я вот так комбинируются палеты. Я приехал сюда в компанию загружаться яблоками. Это третий у меня яблоки. Загружаюсь с яхтами. Везу в Калифорнию. Здесь стоят рефера. И они тоже будут грузиться. Там уже много стоит реферов грузится. Здесь Агайс потихонечку работает. Работает, сгружает, ставит. А вот в этих вагонетках тоже его возят яблоки. Если вам видно, в этих вагонетках привозят тоже, сортируют, может там в другом вархаусе, сортируют яблоки, ставят на эти вагонетки и везут сюда. Это один сорт получается, а это вот другой сорт органик. Тоже все запаковывают яблочки. Здесь интересно посмотреть внутри. Яблочки такие вкусненькие, свеженькие. Все это развозится по всей Америке. Вообще Вашингтон хорошо обеспечивает яблоками. Видите, его третья вагонетка. Их тоже будут разгружать и везти сюда. И будут грузить уже их в риферы. И так далее. Кто какие в Штаты везут. Ну, мы везем в Калифорнию. Нам загрузят яблоки. Потихонечку будем выезжать. Вот так палеты складывают здесь, потом их везут дальше, сортируют, запаковывают. Вот такие дела. А вот этот человек, видите, с этих вагонеток, видите, уже завозит внутрь. Так, посмотрите, гора этих ящиков. Очень много здесь, очень много. Представляете, вот здесь вот начинается здесь. Там и даже за зданием не видно. За зданием и пошло, пошло. Следующий. Это здоровые, 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 здоровые. Представляете, места складывают. Это все приходит время, эти все ящики используются. И вот они сейчас освобождают эти ящики. Пустые улики, вот эти ящики, то есть привозят их сюда, начинают потихонечку их заставлять. Ну вот, финальная дистанция, мы приехали в Калифорнию, Лодай, и начинается разгрузка. На этом мы закончили наш рейс в Калифорнию. Все нормальненько, теперь разгружаем, доехали, у нас была инспекция по дороге, все, прошли инспекцию, получили наклеечки, четверочку на трак дали, если вам видно, вот, это вот инспекция, прошли, наклеечку дали, раз, на трак, четверочку, и четверочку дали. Никаких проблем не нашли. Все нормально. По дороге сюда. Я знал, что будет инспекция. Прошлый рейс должны были остановить, но не остановили. Но пришло время. Этот раз остановили. Ничего не сделаешь, что сделаешь. Такая вот работа у нас.
Все, сейчас двумя форклифтами начнут разгружать. И в течение 20 минут разгрузят все палетики. Так что потом здесь разгружают. Потом будут ставить внутрь. Оказывается, будут делать джем, соки полностью из этих всех. 3 часа разгружают. Что вот такие дела. Ну все. Пока. Сейчас он возьмет бластер. Я бы не заснял. А, подъезжает. Вот так загружают наши яблоки. Мне в трейлер вот так загружают. И мы пойдем дальше потом связываться. Ну, ребята очень шустро, я скажу. 10 минут они вдвоем загрузили меня. Почти целый трактор. Неплохо идут. А вот сами яблочки, смотрите, какие зеленые. Здесь сорт такой зеленый. What did you say? You want three highs? Three highs? I think so, yeah. What numbers? 52. No, but what number do you want three highs? I think three. Since three. Number three? Yeah, three? Since three. So how many? I think... Five rows? Yes. So five threes mean? Yes. Number two, that way? Yep. Вот так грузят ребята. Спрашивает меня, тебе еще надо догрузить? Я говорю, да, возможно, надо. И вот. Так что вот так грузят здесь ребята. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот все. Вот мой начальник идет. Сейчас даст мне кое-что, какие-то бумаги. Ну, все на этом. Ну вот и все. Ну какие 20 минут? За 5 минут все разгрузили двумя форклифтами. Работает вообще капитально. Видите, какие яблочки? Красные, вкусные, вау. Только яблоки. Все хорошие яблоки вообще сохранились, как хорошо. Ну все, пока-пока. Закончили нашу разгрузку. Я вот ем яблочко, такое вкусное яблоко, я вам честно скажу. Ну все, пока. Вот эта вагонеточка везет готовые фрукты. За ним еще один трак. Вот ряд ящики с яблоками. Набрал яблок опять. И видите, они все загружены. Вот так разгрузили, поехал опять туда. Забрал. Все. Он опять, видите, выехал. Загружает, забирает яблоки. И он сейчас опять привезет. Так работает здесь смена, мне кажется, здесь день и ночь работа не в проворот, потому что яблок очень много, и это все обслуживает и обеспечивает всю Америку. Всю Америку. Так что вот очередной везет вагонетки, везет очередной вагонетки, тракторочки или как это можно назвать. Здесь эти палеты складывают, нужно человеку потихоньку.
Вот едет трак. Он здесь снимает, так заезжает. Дяденька. Заезжает вот такой трейлер. Заметьте, какой трейлер интересный. В один ряд. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Восемь рядов. Яблок. Ящики. И вот он везет потихонечку туда. Смотрите, как он будет разгружать, интересно. Заезжает он туда, там специально такая сделанная на земле выемка, или как можно сказать, платформочка маленькая. И он сейчас вот туда становится, останавливается, видите? Еще вот что было виднее. И начинает потихонечку сгружать. Смотрите, он потихонечку отпустит сейчас. Очень интересно происходит, да, здесь разгрузка. Он, получается, с одного места перевез сюда на склад. Разгружает их, ставят. И таким образом двигается дальше. Сейчас он идет. Видно будет чуть-чуть сейчас это опускать. Вот он нажимает. Упрямляет. А, это, оказывается, видите, как он из дерева сделан, видно, я так думаю. Он двигает прям под палеты, специально, чтобы они все ровненько подходили, все. Вот он поправляет. Очень интересно так. Самый интересный трейлер, я тоже, когда смотрю на это, думаю, да. Вот. Здесь он проверил, посмотрел. Тяга. И будет сейчас выгружать. Да, процесс занимает чуть-чуть времени, но посмотрим, как он отпустит. Дальше. Все залазит потихонечку. И будет выгружать. Все, закрыл дверь. И будет спускать. Все спускает, видите, потихонечку спускает вниз. Все, спустил вниз. Все, вот и разгрузку прошел, да, как быстро. И после уже приезжает, забирает форклифт. Все, спустил вниз. Все, освободил. Ну, как бы неплохо, нормально. И все потихонечку выезжает. Все двигается вперед, вроде бы. Да. Пошел вперед, видите, потихонечку пошел. Вот и все. Процесс закончился. Всего заняло у него 2-3 минуты. И все. Поехал дальше опять брать. А здесь уже форклифтчики забирают его. Эти палеты и складывают вот здесь, и все. Так что вот так работают здесь. В яблочной компании. Ну все, пока. А здесь я вот палеты разгружает. Тоже интересно. Так, приехал. Палеты разгружает. Потихонечку складывает их здесь. Потом на эти палеты будем грузить.